процветания и удачи. Спасибо вам большое. Спасибо. Услышать слова благодарности за многолетнюю и добросовестную работу в честь 86-летия предприятия НПО имени Лавочкина собрались инженеры и конструкторы, специалисты и ветераны. Депутат Юлия Мамай вручила благодарственные письма работникам старейшего предприятия города от имени главы Химок Дмитрия Волошина. Запуск того или иного изделия занимает иногда буквально секунды, минуты. А работа, которая уходит на изготовление этого изделия, занимает иногда годы. Нам очень важно, чтобы вот этот опыт, уникальный опыт, и дальше служил на благо нашего Отечества. НПО имени Лавочкина основано в 1937 году. Его история охватывает три периода – самолетостроение, ракетостроение, космическое машиностроение. Сегодня это ведущее предприятие в аэрокосмической отрасли страны по разработке непилотируемых станций для научных исследований космоса.